Коробку, коробку! Коробку быстро! Черт, меня заметили! Как ты думаешь, что это за видео? Да, я знаю, что ты уже понял. Это радужные друзья в Roblox. Сегодня вместе с моими подписчиками в телеграм-канале мы просто собрали небольшое лобби, чтобы залететь и разобраться с радужными друзьями. Я надеюсь, ты готов к этому экстриму, потому что я играю в первый раз. Ну, конечно же, я зашел протестил, чё и как. Для меня это в новинку. Ну, а ты не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, если ты хоть раз видел радужных друзей. И, конечно же, мы сейчас заходим на вот этот автобус, садимся и едем в радужный парк. Наконец-то встречаться с радужными друзьями. Все, мы погнали. Это начало длинного пути. Хочу посоветовать тебе крутой канал Vitus Play. Этот парень проходит новинки крутых сюжетных игр на своих стримах каждый день. Поэтому с этим чуваком тебе точно не будет скучно. Этот парень подарил нашим подписчикам уже несколько розыгрышей в нашем телеграм-канале, за что ему отдельное спасибо. Я знаю, что ты не очень хорошо относишься к ругательствам на видосах, поэтому этот ютубер точно тебе подойдет, ведь он не использует плохие слова в своем контенте. А это сегодня редкость. Переходи на канал Vitus Play и подписывайся. Ссылку я оставил для тебя в описании. Ну а мы продолжаем. Первая глава. Блю. Так, мы сейчас, я не знаю, если ты не видел радужных друзей, то, и это первый раз, то поздравляю, ты вместе со мной сейчас будешь ощущать весь спектр этих эмоций. Потому что это очень интересно. Здесь нужно собирать кубики по всей карте, это главная задача, и относить их в театр. Но, конечно же, не без препятствий, потому что препятствия это как раз-таки те самые радужные друзья, опасные, страшные, которые не дают нам этого сделать. Кстати, интересно, а почему? Ну, наверное, видимо, ты типа зашел в гости к каким-то ребятам, радужным друзьям, и типа такой, в смысле, я хочу собрать кубики, они тебе говорят, ты что, охренел? Это типа наша зона, наша точка. Ты на пенек сел, должен был косаря дать. Странный мир, вот мы попадаем в этот парк. И, конечно же, зайдем сейчас на эту фабрику. Ну, то есть не на фабрику, это кинотеатр. Вот, видели? Кто-то поменял нам направление, естественно, для того, чтобы мы попали именно туда, куда мы сейчас и попадем. Но по-другому сюжета бы и не было. Все. Не входить, прям вот написано же знаками, все. Ну, естественно, мы попали в аварию, и вот мы уже выжившие. В смысле, это же не... Похитили кого-то. Похитили кого-то! Кстати, в прошлый раз мы не видели анимацию. Смотри, сколько у нас тут людей. А она живая, ее не похитили. Видимо, ей воспользовались и вернули обратно. Именно девочку, прикинь. Так, ладно. Вот эти кубики нам нужно будет собирать по всей карте разбросанные и возвращать их на место туда же, в этот театр. Вот их все, разобрали. Мои блоки упали. Так, все, что вам нужно сделать, это найти их и положить обратно. Удачи. Ну, нас много, поэтому я думаю, что мы быстренько со всем этим разберемся. Поехали. Ну что, пацаны, Блю встречает нас уже на первой карте. Первый кубик я уже нашел, вот он, есть, отлично. Второй кубик вон тоже есть. Третий кубик тоже есть, тоже забрали. Так, куда нам спускаться? Вниз, я думаю, мы не будем пока идти, потому что там будет очень страшно. Где-то здесь обитает Блю, он здесь вот ходит. Тут даже у нас на начале первый друг Блю, 1991 год. Вот он, радостный и счастливый. Ну что, поехали дальше. Пока его здесь нет, мы услышим характерные звуки, когда он здесь появится. Так, тут тоже можно прятаться, кстати. Так, поехали, посмотрим. Ну все, первый кубик мы вернули. Так, лично мы вот. Дальше идем. Я не понимаю, зачем они двигаются в коробках, если в принципе... Ну, типа, не слышно звука Блю. Он еще не здесь. Так, нужно держать на готове кнопку Б, потому что сейчас появится Блю. 100%. Вот где-то вот здесь он ходит. Возможно, даже кто-то и умрет. Но я не знаю, как нужно играть, чтобы... Ну... Так. Кого-то... Прикинь, кого-то убили. Вот я только сказал, и сразу же кого-то грохнули. Я не знаю, как можно так... попасть, типа, на него, если... Ну, его слышно прямо издалека. Так. Дальше смотрим. Кубики, нам нужны кубики обязательно. Так. Опа! Это оранжевый? По-моему, здесь или тут только синий, или тут тоже и оранжевый будет. Я просто не... Я не в курсе, реально. Потому что если здесь все прям сразу, то это будет очень страшно. Это прям... Я даже не знаю, что делать. Так, сколько у нас, где у нас кубики? Так, у нас 14 из 24, а чё так мало? Вы чё? Ё-моё, ты шо? Так, ну поехали дальше. Так, тут еще посмотрим кубики, может быть, это здесь завалялись. Так, а мы можем вот сюда пройти, смотри. Оп, и вот тут вот спрятаться, типа, понял? Даже так можно. Я не знаю, Блю может ли достать так или нет, но вот в шкафчиках можно тоже. Так, ну здесь мы ничего не можем делать, дальше идем. Так, что у нас здесь?
Тоже ничего здесь нет. Так, ну надо искать кубики, продолжать дальше по карте. Мы блюд даже не видели до сих пор еще. Мне он не попадался. Но кого-то уже убил. Кого-то уже успел грохнуть. Так, идем дальше. Вот сюда вот. Так. Сублевель. Так. Ой, что-то уже звук пошел какой-то неприятный, значит. Быстрей! Он нас не видит, пока мы в коробках. Где-то сзади... Где? Так, а ну-ка покажись. Мы тебя не боимся. Так, с едой типа нельзя. No food. Так, с едой нельзя. Вот он идет. Да куда ты побежала? Быстрее прячься. Вон он, смотри, бежит, ищет, не может найти. Вот он, смотри. А что он остановил? Не понял. Ну, это не сложный. Синий — это самый легкий. Блю — это вообще просто самое... Кстати, мне вот интересно, если я сюда спрячусь, типа вот в эту комнатку, сможет ли он достать? Так, ладно. Пошли посмотрим дальше. Кубик мы нашли, еще один. Отлично. И еще один кубик. Нормально. У нас уже два кубика новых. Так, судя по всему, здесь его мыли. Да, вот тут вот его привязывали и купали, получается, здесь. Так, а тут его держали, в принципе. Вот в этой клетке. Так, ну жалко, мы не можем два поднять. Найдите блоки и отведите. Именно отведите обратно в театр. Ты шо? Следуйте за синими показателями. Поехали. Так. Я надеюсь, тут никого не будет сейчас, потому что мне страшно. Так. Так, или он же всегда шумит, получается, когда идет, да? Он же не может из-под тишка вылезти. Так, есть еще один мы принесли. Так, и у нас еще осталось 4 кубика, один из которых мы уже знаем, где лежит. Надо пойти его сейчас и забрать. Так, ну нам просто вниз просто спускаться, в самый низ. Как раз там, где мы встретили Блю, вот там вот последний кубик лежит. Ну, я думаю, ты помнишь. Так, вот он. Поехали. Ты чё сидишь? Вон, кубики иди собирай. Сидит, смотрит на меня. Давай, кубики собираем. Нам нужно следующего уже искать. Этот просто слишком легкий. Блю — это самый, по-моему, простой вообще, который есть. Так, дальше идем. Я надеюсь... А, подожди, нам... Хотя да, давай наверх поднимемся. Может быть, наверху мы где-то что-то упустили. Так. Пойдем посмотрим. Что... Так, это у нас этот парк начальный, да? Ну вот давай вот сюда пойдем еще посмотрим. Так... Ну, Блю, он, понимаешь, он типа один, а нас много. И он как бы... Ёпта! Ты чё так неожиданно-то вылез-то? Все, мы собрали все кубики. Отлично. Так, переходим в следующий уровень. Так, что это у нас здесь? Зеленый, грин поехал. Грин, да, вот он. А вроде бы выглядит не так устрашающе, да, как казалось бы. Но, в принципе, сейчас посмотрим. Отдохни немного. Отдохни. Он тебе понадобится на завтра. Так. Ну смотри, сколько людей умерло от синего. Я думаю... Ну, я не знаю, мне не показалось, что этот уровень какой-то сложный. Он очень легкий. Так, все, мы сразу же в коробках. Я так понимаю, так, нам нужна подсказка, потому что я не помню, что делает Грин. Так, что у нас... Как от него прятаться? Следующая ночь через 3 секунды. Поехали. Как тоже помер? Как тоже... Вот, я тоже задаюсь этим вопросом. Как умерли-то, ребята? Очень как-то легко. Ну, мои подписчики вроде целые. Но один из них кто-то, может быть, по-моему, отлетел. Грим проснулся. Думаю, он знает, что ты там. Так, дальше. Не стоит о нем беспокоиться, он слепой. Так, как он может поймать тебя, если не видит? Ну да, логично. Все, я понял. Грин у нас это слепой. Все. Отлично. Это будет... Я думаю, это не будет сложно. Поехали. Вот когда все вместе будут, а это будет страшно. Я думаю, что, ну, как бы продумали, да, что они будут все вместе. Потому что по одному, как бы, это не сложно. Когда их много, это да. Так, я еще один забрал. А я два забрал? А я думал, можно по одному. Там кто-то есть. Был найден. А как нам от него прятаться-то, я не пойму. Надо просто вот так вот, что ли? Типа, я не понял, как нам от него вообще реально сныкаться? Или нам просто на месте стоять надо будет? Так, еще один был найден, прикинь. Что-то Грин вообще, по-моему, разбушевался вообще, прям сильно очень. Так, идем в театр, нам нужно отнести вот эти еще посылочки. Еще одного убили! Не гони! Так, нам нужно заполнить этот аппарат, так. А, корм, точно, нам нужен корм. Так, еще один взяли. Нам нужно вообще их всего 15 штук собрать. Ну, в принципе, это не так много. Вот я еще один вижу. Так, здесь никого. Еще один. И зеленый у нас.
Так, выхода нет. Поехали дальше. Нет, ну это уже как-то, судя по всему, посложнее, потому что как-то ребята слишком быстро умирают. Ты заметь, у нас уже вообще почти никому не осталось. Я надеюсь, что я хотя бы не откисну. Стой! Коробку, коробку! Коробку быстро! Черт, меня заметили! Меня заметили, мать его! Мне нужно спрятаться и одеться в коробку. Хух, ядрить как сложно. Я реально сейчас испугался. Все, прячусь. Ну, от него, в принципе, убежать несложно, как бы. Так, ладно, будь пока в коробку. Их уже двое, получается. Это не один, это двое. Вот это сюрприз. Это к синему нам добавился еще и зеленый. Ё-моё, вот это стрём. Он меня заметил, получается, прикол в том, что ты, типа, уже если попался ему на глаза, то спрятаться ты уже не можешь, тебе приходится только убежать. Я надеюсь, что у них нет там, у некоторых этих радужных друзей, мега скорости, которая может меня догнать. Ладно, тут, в принципе, ничего страшного нет. Я надеюсь, что он там не выпрыгнет сейчас откуда-нибудь из-за двери. Так, ничего не слышу. Я пропустил целый этот пакетик корма, получается. You okay, slowed me down. Так, сам ты down. Поехали дальше. Так. Так, надо прислушиваться аккуратно, потому что здесь он... Так, стопэ, что это было? Что это было? Так, это ничего не было, это было пусто. Так, здесь у нас что, двери нет? Все, отлично, поехали дальше. Переходим через мост, нам еще осталось найти два пакетика. Я надеюсь, что тот, который я пропустил, его забрали, потому что возвращаться мне не очень хочется, там страшно. Оденься, оденься. Он где-то здесь. Где-то здесь. Ух ты, вон он пошел. Так, отлично, здесь нам ничего не угрожает. В принципе, сюда он, наверное, не зайдет. Ну, тут у нас выхода нет. Здесь только шкафчик, в который можно спрятаться. Так, ты чего так испугал меня? Капец, я-то думал, это кто-то уже из... Я, кстати, зеленого так и не видел до сих пор. Он где-то здесь шарится, синий. Да, где-то здесь. Нам нужно найти еще один. Один осталось найти. Так. О, а, ты через эту перед... Нет, там, по-моему, это мы туда зашли, там точно нет ничего. Надо обратно возвращаться назад. Так. А чё ты в коробке? Чё ты боишься, ё-моё? Нам всего лишь один корм осталось найти, ребята. О, все, а последний. Давай, закидывай. Куда пошел? Сюда иди. Все, отлично. Так, мы прошли. Теперь у нас добавляется еще один. Вот сейчас интересно будет посмотреть. Оранжевый, все. Это оранж. Вот это сейчас будет стрёмно. Мы, считай, его подкормили, типа, для того, чтобы у него были силы нас поймать и убить. Посмотрите, сколько нас осталось людей. Это сюрприз. Оранжевый покинул свою пещеру. Все, нам конец, походу. Может, он понюхал еду? Да, может, он унюхал еду, даже можно так сказать. Смотри, сколько осталось всего лишь нас. Ну, мои подписчики на месте, посмотри, мы пока выживаем. Радует, что мы, как бы, держимся еще... Почти до самого конца. Надеюсь, мы пройдем этот режим, пройдем эту игру, и будет вообще офигенно. Поначалу, конечно, не так сложно, но с каждым разом все больше и больше нарастает. При том, что один из них не видит, когда ты в коробке, один из них просто слепой. Я, кстати, его даже не видел ни разу вот за прошлую катку. А третий сейчас, по-моему, я не помню, что оранжевый у нас делает, но сейчас нам объяснят. Так, сегодня последняя ночь. Так, are you fix my machine? После того, как ты починишь мою машину, я покажу тебе, почему ты здесь. Да, мы будем смотреть, как типа, какой-то фильмчик, кассет. А, люки, все, я понял. Он в этих контейнерах. Почему вентиляционные отверстия начали протекать? Потому что там еще один радужный друг. Так, поехали. Предохранители, нам нужно 14 штук найти, все. 14 предохранителей. Так, ладно, они пусть идут в ту сторону, я пойду. Идем, короче, мы с Серегой пойдем в эту сторону. Так, поехали. Нам показывает. Подожди, а как от него прятаться? А, люки, стой, нам нельзя в люки. Нам нужно смотреть, чтобы его не было. Так, один предохранитель нельзя. Прячься! Так. Он сейчас сюда зайдет. Блин, а я не знаю, мостик может быть. Он где-то там. Но мы можем идти. Можем идти. Roblox вообще крутая игра тем, что можно играть и с телефона, и получается с компа. То есть она кроссплатформенно. Саня, смотри, в люке, если есть там глаза, значит там монстр. Все, я понял. Видишь, мне ребята подсказывают. Так, я понял, нужно следить за люками. Вот как хорошо, когда играешь с ребятами, вот, с под... Что? А, это люки, стой, отойди туда, стой. Вон, глаза. Палит на нас, палит. Куда палишь, сынок? Смотри на него, смотри, какой, а хитрожопый.
Туда нельзя идти, короче, он сразу запален. Смотри, смотри, руки тащит. А ну, приблизим. Тащит свои ручонки синие, посмотри на него. Смотри. Не-не-не, я манал. Прячься, зеленый! Не двигайся, стой. Твою мать! А, мы ж не можем в коробке находиться! Я умер. Ё-моё! Ну как так-то? Вот это же надо! А я тупанул, я просто тупанул, я на нервах был. У меня даже ладошки вспотели. Нет! О, а рыжий пошел, рыжий. Но рыжий слепой, он не видит нифига. Рыжий просто. Ладно, возвращаемся в лобби. Пиши обязательно в комментариях, проходите нам дальше и проходите вообще полностью все. Я думаю, что тебе выпуск этот точно понравился. И просто не забывай поставить лайкос, подписаться на канал, если ты еще не подписан, ну и написать комментарий, естественно. То, что как раз-таки до этого я и говорил. Ну и, конечно же, пиши обязательно в комментариях, что ты думаешь по поводу вообще радужных друзей. Если ты не играл, то, конечно, ты сейчас напишешь, вау, что это такое. А если ты играл, то ты, конечно, сейчас будешь писать в комментариях, Саня, ты там тупанул там. Я в курсе. Я-то первый раз играю. В общем, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.